Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заявок с сайта на Creatium в AMO CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заявки с сайта на Creatium в другие системы. Например, в AMO CRM на их основании создавать новые сделки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Creatium. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Creatium в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Creatium. Для того, чтобы продолжить настройку, нам необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Creatium. Далее переходим в раздел «Интеграции и уведомления». В этом разделе нам необходимо подключить новую интеграцию. Тип интеграции выбираем «Webhook». В поле «Имя» вы можете прописать произвольное имя, например, по названию системы, в которую планируете передавать данные. В поле URL вставляем ссылку, которую мы скопировали в системе Apex Drive. Тип запроса и тип отправляемых данных оставляем без изменений. Для того, чтобы получать все доступные значения, отмечаем «Отправлять все значения». После всех настроек кликаем «Сохранить». Теперь нам необходимо перейти на ваш сайт и заполнить форму. После того, как вы заполнили форму, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Creatium успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AMO CRM. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы на основании заполнения заявок из Creatium создавались новые сделки в AMO CRM, выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт AMO CRM к сервису Apex Drive. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета AMO. Далее необходимо выбрать аккаунт AMO и предоставить Apex Drive разрешение на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля AMO CRM для создания сделки. В эти поля вы можете назначить переменные из Creatium. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только передавать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить».
На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться вам у CRM при каждой новой заявке на Creatium. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в AMU CRM». После успешной отправки переходим в AMU CRM и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных AMU CRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!